конце января этого года в Казанском федеральном университете появился свой собственный коворкинг, в котором студенты Высшей школы информационных технологий и информационных систем могут проводить свое свободное время. Но иногда коворкинг становится настоящим лекторием. 4 апреля там прошла лекция «Цифровая экономика. Новая реальность». Лекция проходит в рамках нового проекта. Это центр знаний КФУ, который открылся в качестве пункта поддержки студентов и для того, чтобы помочь студентам найти себя, найти дело всей жизни и помочь потом найти хорошую работу. В рамках лекции студентам подробно объяснили само понятие цифровой экономики, а также напомнили, что такое блокчейн, биткоин и большие данные. Мы будем говорить о том, что такое цифровая экономика. Многие наверняка слышали этот термин, но пока не все, может быть, знают, что под ним подразумевается. В частности, мы будем говорить про технологии. Искусственный интеллект, анализ больших данных, виртуальная реальность, дополненная реальность, блокчейн и криптовалюта, в том числе, сейчас очень популярны, 3D-печать и многие-многие другие технологии. Что это такое, простыми словами? Зачем они нам нужны? Какую пользу могут принести? Как мы их можем применять в повседневной жизни и в работе? Лекции такого формата очень важны по причине актуальности темы информационных технологий. И напомнить студентам про это никогда не будет лишним. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.